Гонщики со всего мира собрались на северо-западе Англии, чтобы помериться силами в мастерстве, выносливости и храбрости. Здесь проходит международная велогонка на пенни-фартингах. Это старинные велосипеды с большим передним колесом и маленьким задним. В небольшой город Натсфорд, к югу от Манчестера, приехали со всего мира, включая Германию и Новую Зеландию. Соревнование продолжалось 3 часа по центральным улицам города. Культовый велосипед изобрел Джеймс Старли в 1871 году. Свое название получил благодаря сходству с 2 британскими монетами – пенни и гораздо меньшим фартингом. Пенни-фартинги были первыми транспортными средствами, которые стали называться велосипедами. Нынешнее название появилось позже, его стали использовать, чтобы различать их и современные велосипеды. Примечательно, что научиться кататься на пенни-фартинге не так-то просто. Нужны подготовка и тренировки. Дело в том, что руль, педали и большое колесо составляют жесткую конструкцию. При нажатии на педали центр тяжести постоянно смещается. Нужно регулировать его с помощью руля. При этом, если затормозить слишком резко, можно кувыркнуться вперед.